Донецкую Народную Республику 24 августа прибыл 68-й по счету гум-конвой МЧС Российской Федерации. 23 грузовика доставили более 300 тонн гуманитарного груза. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. В составе 68-й гуманитарной колонны около 750 тонн груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, а также художественной литературы. 23 грузовика доставило нам более 300 тонн гуманитарного груза. Из них 270 тонн детского питания для семей с детьми до 3 лет, 36 тонн медикаментов для Министерства здравоохранения. Также в состав этой колонны прибыло 3 адресных груза. Это для санэпидемстанции и для Республиканского травматологического центра медицинское имущество и небольшая партия литературы для одной из библиотек города Донецка. Разгрузка происходит на двух складах с привлечением 90 сотрудников МЧС. Напоминаем, что прошлый гуманитарный конвой приезжал в ДНР 27 июля. Тогда в республику было доставлено 260 тонн детского питания, 30 тонн медицинского оборудования и целевые грузы для министерств и ведомств. Сергей Михайлов, Илья Литодиани, Новороссия ТВ.